Используй самое везучее промо Fire 1, тебе дается 35% к пополнению. Всем привет, дорогие друзья, сегодня у нас новогодний пропуск, давайте примем участие сразу и хотелось бы перейти к нему. Так, золотой пропуск стоит 1 косарь, хорошо, забрать награду, забрать. Тут можно пропуск купить целый и много наград получить, смотрите, я прямо сейчас получаю их, и это достаточно неплохо, да, это неплохо. То есть я все левелы прошел, подождите, а, не, я получил... Только вот, столько скины для контракта, скин для апгрейда. Посмотрите, сколько интересного добавилось. Это прям кайф. Так, хорошо, ваш бесплатный кейс, это зимний праздник. Давайте пробовать, давайте. Тут перчатки, вот так слушайте, так тут неплохой дроп может дропнуться. И ржавый кобальт? Нет. Выпадает по 90. Ну, тоже нормально своего рода. Так, еще какие у нас награды есть в зимнем пропуске? Санта. Давайте Санту. То есть купил я его, считайте, за косарик, и возможно, мне сейчас... Угу. И скидку на кейс давайте активируем за 6, откроем рублей. И посмотрим, что будет нормально, не дропится. Ну, если бы лапки, я бы, конечно, не отказался. Но это, видимо, дешевый новогодний кейс. Да, он стоит 7. Ну, плохо. Так, открытие подарки. А подарки сколько у нас стоят, интересно? Ну, мне кажется, где-то соточку максимум. То есть, ну, если бы страж выпал, конечно, было бы поприятнее, но в целом держимся. А, так он один стоит. Так, слушайте, давайте пройдем Санты. Тут реально можно неплохо окупиться. Это самый дешевый кейс, который выдает неплохие дропы. Но тут, конечно, за 0 копеек может выпасть. Это очень печально, это очень. Ну, давайте-ка сядем поудобнее и разберем эту ситуацию. Так, смотрите, уже 177, хотя кейс стоит 70. Неплохо. Пока что он выдает нормально, скажем так. Не идеально, не круто, но нормально. Посмотрим. Так, еще пропуск мы некоторые награды не залутали. Но можно прямо сейчас этим заняться. О, нитро, хорошо, слушайте, так хорошо. Не зря купил пропуск, уже чувствую, дубликат какой-то. Что это такое, уникальный, ничёшься. Бесплатный кейс, еще один. Любой кейс до 30, не чешься. Скидку на кейс получить еще раз. Давайте нажмем. Все, и дальше проходим пропуск. А без пропуска там есть отдельные квесты. Ну, молодцы. Камин можно открыть, смотрите. Дубликат. Ну, давайте дубликат какого-то скина возьмем. Ну, если до 40. Если выпадает. И это вроде до 40, смотрите. Угу. Ну, я не понял, как этот дубликат выглядит. Ну, ладно, посмотрим. Хорошо, император, стой. Но император был бы слишком заносной. И открытие кейса тоже бесплатно. Ну, приятно, Пропуск сегодня удивляет. Я раньше, в прошлом новом году, когда открывал, это был, ну, один из таких лайтовых пропусков, где просто какие-то квесты, ты делаешь их. А тут целый, знаете, вот как в играх, зимний пропуск. То есть золотой, бесплатный есть. И это круто. Еще и бонус-поинты, энергия, смотрите, накапливаются, влияет на получение очков пропуска и уменьшается при любых. Ну, смотрите, так еще и энергия тут есть какая-то. А что можно купить за эти коины? Что можно купить? Ну ладно, я понял. А, вот, это очки, вот то, что мы копим, да, 1400 нужно. Все, понятно, все. Так, давайте ужин откроем. Вот ужин выглядит интересно достаточно. Хм. Вот сайт сразу по-другому, по-новогоднему ощущается. Также, когда у меня на спине елочка висит, тоже смотрится идеально, ребят. Главное, сейчас не залудиться, потихонечку открывать. 500 выпадает за 90, купил, и выпало 90, 500, фу. И пока купили пропуск, хорошо, в целом окупили. Еще призы, еще дальше можно будет проходить по левелу. То есть это удивительно, Вау. Вопросов никаких не имею. Еще пропуск левел фармится, смотрите. Но я предлагаю покрутить еще 10 минут. Это 9. Так. Или 5 давайте. Сейчас 2. Ничего интересного не выпало. Ну, Мак 10 красиво выглядит, красиво очень. 3 давайте фастовым откроем. Ну, пожалуйста, вот сейчас хотя бы вот какой-нибудь красный на Новый год Дед Мороз подари, пожалуйста, было бы топ. Но Дед Мороз не хочет дарить нам и нас шлет куда подальше, видимо, я так понимаю, да? Ну, Bloodsport плохо, не выпал.
И давайте ультра-мега-ластовый спин для прикольчика. Ну, тоже не выпало. Хорошо, но это не предел, ребятки. Мы переходим на кейс подороже, а именно камин, который мы бесплатно открывали с пропуска. Пропуска купили, но стоит понимать, что потом еще будут награды. И еще мы уже получили 11 левел. Это круто. Действительно. Так, ну, Хидра МП9, Свек 7. Ну, Свек 7 он дорого стоит. Очень, смотрите. Но выглядит неплохо. Еще разок можно открыть. За сколько мы тратим? 300, да, тратим на открытие? И получаем 200, мало. Еще раз давайте откроем. Получаем сколько? 505. Вот слоновая кость, прикольный скин. Из дешевого, да? Прям нищий бомж сет, если бы я собирал. Уже 13-й, смотрите, на глазах растет пропуск. Ну, тем не менее, ничего удивительного мы не видим. Мы абсолютно не понимаем, что нам сейчас выпадет, а что нет. Фулл рандом. Смотрите, музей элиты, океанского побережья и император. Ну, император пролетел у нас, почти он выпал. Давайте медленно один спин сделаем и перейдем уже на спины подороже, потому что хочется все кейсы пооткрывать сегодня. А почему бы не открыть все, да, когда есть такая возможность, тем более призы. 844. Зимняя уточка, давайте откроем пару раз. 700 стоит спин, но тут, конечно, поприятнее. Тут заносы поприятнее будут, если красный выпадет. Ну, красный не выпадает пока что, но будем молиться, верить в чудо, так называемое. Ну, или предатель какой-то. Ну, звездный защитник это вообще кал вонючий. Ну, надеюсь, что-то да и выпадет. Фух, ладно. Видимо, не судьба. Дропу хорошему не бывать. И последний спин. Ну, а купили уже 3000 баланс. Он нас, ну, стабильно в плюсе держит. Вот что мне нравится, это отлично. И зимний пропуск. Кейс, который стоит 1990. Ну, 10 штук можно, конечно, открыть можно. Но следующий кейс мы тупо не потянем. Тут уже ножи, бладспорт, распространение. Ну, одним словом, кайф. Полный кайф идет. Сказал бы, если бы мне выпал нормальный дроп. Ну, ладно. Будем смотреть, надеяться на чудо, верить. А что нам не верить в чудо, ребятишки? Ну, нож, стой. Ну, почти нож выпал, почти. Ладно, 1500. Ну, мы в минус чуть ушли, ничего страшного. Теперь давайте шар откроем. Две штучки. Ну, мне нравится, что мы могли остановиться вовремя, когда 3000 подняли. То есть, x3 от баланса сделали, что достаточно неплохо, да? Но я, как обычно, продолжаю. И три штучки вас там давайте. Оп! И ничего не выпадает. И можно две штучки еще для лайта открыть. Ну, ничего страшного. 750 выпадает. Железная роза. А купили, кстати, спин. О, хорошо, спасибо за подгон, Дед Мороз. Но это мы оставим. В следующем выпуске уже откроем бонусы. Всем спасибо и всем пока.